Ну чё, поехали? Аркадий. Три вейшот. Два вейшот. Будет три вейшот. Ага, еще выбираешь этого стрелка, типа чейн. Это нейл и ривет. Непонятно. А, блин. Ну, выбрали за меня аркада же. Чтоб долго не сидели. Убив его. А, смерть первая. А долго держался для такой игры. Так, вот это я не понял, как я сейчас умер. Ну ладно. Континии. Континии. Ай-яй-яй-яй. Да. Интересно, как танки, которые на парашюте спускаются, могут стрелять?
Да, то там без бомб сложно. Здорово, Pixel H. Добрый вечер. Тут, короче, когда зажимаешь стрельбу, он начинает медленнее летать. И к этому надо привыкнуть. А я не привык. Ну, кредитами закидаем. Но... Это в Capcom Arcade Stadium, на, ну, в Steam есть, короче, два сборника капкомовских с аркадными играми. Это игра 2001 года, я ее когда увидел, она прикольная, но она современная достаточно для аркады. Это по части Омкола, наверное. Ай-яй-яй. Ну, я выключил всякие там перемотки, турбо-кнопки. Окей. Я должен был, видимо, предвидеть. Но в этой игре, в принципе, зажатие обычной кнопки, видимо, как турбо работает тоже. То есть, что это не эмуляторное турбо. Но если знать, как в это играть, то, наверное, можно 1CC это проходить. Но это нужно прям задрать. Вроде как, когда убиваешь врагов, часть пуль пропадает. У врагов, которые их выпустили. Ай-яй-яй. Про любую, ну, не знаю, может быть, просто Bullet Hell эти все-таки жестко. Ты не Чип и Дейл задрочить на NoDev. Ай-яй-яй. Так. Бомбу выпустить. Не успел нажать бомбу. Ну, я... В Японии, может быть, не особо мало, ну, мало кого смотрел. Но всякие битэмапы я видел, чуваки 1CC проходили. Мне кажется, Омкол
много таких шмапов играл, аркадных. Ну, игра четкая. Но я ее, конечно, закидаю этими кредитами просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Господи. Тут когда зажимаешь кнопку, он стреляет с меньшим разбросом. Капец, конечно, тут миллиметражировать надо. А, окей. Сейчас бомбу в них кинем сразу. А это живучий. Капец там. Он еще вверх-то не стреляет, но у него есть какая-то самонаводка у этого корабля. Но все же. Уровень вертикальный. Капец. Кракен. А, окей. Только думал, сейчас подамажу ракетами. Господи Иисусе. В принципе, то, что корабль начинает медленнее двигаться, когда зажимаешь кнопку стрельбы, то можно эксплуатировать на ситуация, когда нужно жестко уклоняться. Я трудно прочитать. Даже я стараюсь не закидывать тупо бомбами. Еще не все. Где?
Ну, конечно, скорость мэша важна. В этих играх, мне кажется, автострельбы не так часто добавляют. Там некоторых врагов проще замешать, чем уклоняться по тактике убивать. Это уровень из Аладдина? А, нет, это Феликс в космосе. Как тут хитбокс у кораблика же маленький, как у тех Bullet Hell'ов там. Типа пиксель там какой-то. Можно просто на удачу не отъехать. Ну, смешингом часто зависит от того, как близко подлетаешь еще. То есть, даже если там ограничение в 10 пулек, грубо говоря, то все же это будет ролять, как быстро ты жмешь кнопку, если в упор к боссу подлетишь. Жирнич. Ну, мне кажется, в основном все это упиралось в хардварные ограничения. Даже здесь видно, как иногда лагает, когда выстрелов и много, и на экране много. Наводка рулит. А, бомб нет. Я думал, сейчас бомбану. Ай-яй-яй-яй. Сейчас босс уже? Волвакс. Леонард Дрилл. Хорошая фамилия для порно-актера. Он тут шары катает. Ай-яй-яй. Надо, когда миллиметражируешь, стрелять обязательно. Так, ладно. Бомбы пошли. Асхолия. Красивая фамилия тоже, да. Окей. Чё? А, ну да, несколько зажив фаз.
Ай-яй-яй-яй. Я до этого Bullet Hell не особо играл. Но это выглядит четко. Хитбокс, блин. Что? Жесть. Здорово, СТ, спасибо. Не боится смерти. Крыша падает, нет. Нужно эвакуироваться. Сейчас шутер начнется, нет? Думал, корабль разломали. Отец? Никогда не думал, что тебя увижу снова. Показывает путь. Мы спасены. А это мы прошли игру, если чё. Надо скорочтением владеть. Скоро переводом. Тут вначале ты выбираешь один из двух кораблей и стрелка. И вот история для каждого своя. Вон там Ринг и Ривит. А тут даже непонятно, есть ли выбор сложности-то. Тут вон, жми старт и поехал.